чому у нас є проспект Центральний, де більш дорожні покриття в задивному стані, ми можемо дозволити на там термопласт з біло-червоною розмітки, яка буде пролежати там 4 роки. Так? Де, чому ми це не можемо зробити? Чому ми не можемо зробити винос пішохідних знаків 55-1 на відкритій частині? І ще раз наголошую, ми ж то рекламу виносимо, даємо дозволи предпринимателям, вони заробляють гроші, а водій звертає внимание на рекламу, чому ви не вносите дорожний знак, щоб на дорогах водійчину було комфортно, видите, то що... Це можна, так? По правилам. У нас дуже багато, это самое, є такі дорожні знаки, вже які не видно, это первое, а второе, люди едут и избирают. Давайте начнем. Сколько у нас таких случаев, когда это самое? Когда светофоры сами. Мы же говорим в первую очередь о центральном проспекте, правильно? Там, где вообще большие грузы запрещено. Смотрите. Володя. Так вот пусть они следят за тем, чтобы они там не ездили. Можно, да. А у вас есть подчиненные, которых мы определим сразу, чтобы они с департаментом напрямую работали? Места определили, где... Давайте определите человек. Так я что-то уже три раза запишу. Не-не-не, чтобы... оперативно работали, ну, за эту связь, там, обратная связь, потому что мы с вами все время на комиссиях общаемся. Давайте мы определим от вас человека, я определю от нас, кто будет ответственен за это, и мы сделаем то, что мы договорились на комиссии. А так каждый раз мы с вами общаемся, расходимся. А если не договоритесь, придете на комиссию, иначе мы тут начинаем управлять решение. Коллеги, смотрите, мы на предыдущих комиссиях обращались в СМЭП, департамента, да, ЖКХ, по поводу вот этих вот знаков. Да. И давайте мы запросим на следующую комиссию, это уже 3 мая, пусть они придут нам и изложат свои возможности, что там делается для этого, и что там будет, как что у нас следующая комиссия 3 мая? Нет, следующая будет. Ну, я не знаю, что... 3 мая, это первая комиссия в мае. А когда нам следующая? Ну, я не знаю, давайте на следующую комиссию, когда там, какое число? 16 плюс... Ну просто я не знаю. Вчера заседание, да. Вчера заседание. Да, да. 16 воскресенье. Запросити всю інформацію щодо виконання. Щодо виконання, да. Рекомендації комісії по дорожній установі. Встановлено з знаків на регулювання. А то ж мені поручають.